Небольшой зал для заседаний в здании администрации Ленинского городского округа на этой встрече едва вместил всех участников. Причину созыва совещания озвучила заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. В одном из наших учреждений питания, общественного питания, на территории Ленинского городского округа, маму и ребенка-инвалида с отчетными диагнозами аутизм, ДЦП и еще какие-то диагнозы попросили покинуть кафе. Дорогие друзья, мы сделаем все для того, чтобы наш город был одинаково приятен, добр и комфортен для любого, для каждого взрослого и каждого ребенка. Специалисты по реабилитации и социализации детей с особенностями развития рассказали несколько простых правил для общения с такими детьми, а также объяснили коммерческую выгоду от соблюдения этих правил. Если такой ребенок ходит в какую-то парикмахерскую, ему там нравится, или в тот развлекательный центр, то он будет ходить туда всегда. Он не будет спрашивать мнений, отзывов. Он будет ходить к вам всегда. Это ваша постоянная выручка. Главная проблема, пути решения которой были сформулированы на совещании, состоит в том, что многие работники заведения общественного питания не готовы к встрече с особенными детьми. И здесь на помощь бизнесменам готовы прийти опытные специалисты. Можно было бы собрать вот эту тему особо, осветить, собрать руководителей предприятий. И ваши же сотрудники, да, они тоже могли бы пользоваться нашими консультациями, потому как мы специально уже на этом специализируемся не один год. Еще одно слабое звено системы в том, что большинство предприятий просто не приспособлены к обслуживанию таких людей. Решение этой проблемы, по мнению собравшихся, в создании действенных стимулов для бизнесменов. Если нужно разработать какой-то единый маршрут, да, мы со своей стороны, как организация, которая объединяет вокруг себя предпринимателей, давайте пообщаемся и жителям покажем, что вот именно вот эти предприятия там общественного питания, спортивные учреждения готовы брать таких детей и на занятия, и на какие-то дополнительные мероприятия. Если у вас, уважаемые телезрители, есть предложения или пожелания по вопросам, которые обсуждались на совещании, вы можете позвонить по телефону, указанному на экране, и поделиться инициативами. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.